Три года назад я переехал на Бали. И, в принципе, одно из моих увлечений – это серфинг. И довольно плохо вижу волны, которые приходят. Соответственно, серфить в океане в линзах не рекомендуется, потому что соленая вода, и как бы это может занести инфекцию в глаза. У меня минус один и один астигматизм. В принципе, не так уж плохо, но я не люблю носить ни линзы, ни очки, поэтому, в принципе, в обычной жизни я хожу всегда без очков и линз. В принципе, окружающий мир я, соответственно, вижу довольно мутно, и я хотел бы исправить. На счастье, в операции для меня оказалось вообще ничего не делать, не двигать глазом. Потому что, ну, я зацепился за зеленую точку. В принципе, она вот в процессе, я так понимаю, вот вмешательства самого хирурга, да, то, что он делал руками, она, оказывается, перемещалась. Поэтому в какой-то момент мне было очень сложно не двигать глазом. Безболезненный полностью, занимает очень мало времени. Читал отзывы людей в интернете о том, что они чувствовали запах паленых волос, что-то типа того. Не знаю, в моем случае, возможно, ну, в общем, я не почувствовал этого запаха. И сама обработка лазером была, ну, не знаю, от 3 до 7 секунд, ну, то есть вообще очень недолго, практически мгновенно.